Ребята, всем огромнейший привет! Добро пожаловать на славный мукбанг! Что-то у нас меня? Сегодня Додо пицца! Пицка! О. Целая куча пицк! Самая у меня большая. Тут еще салат, короче, Цезарь с соусом. Меня вот такой вот. Сели так, потому что, чтобы все влезло. Это мой чизкейк. Чизкейк. Ланчбок с куриными кусочками. Сейчас все покажем, короче, открываем. Вау. Там сырный соус шел? Нет? Сырный соус он или нет? Нет, это там вкусно. Такая вот красота. Так, это потом. Пицца открывай. Как у вас дела? Как настроение? А это у тебя что? Коктейль, мам. Это коктейль, ребятки. Розового цвета. Ого, сырный. Я нашла сырный. Вкусненько. Открывай уже. Вот он, сырный. Сюда его дай. Это мой. Твой, не твой, дай сюда. Сейчас у нас начнется, как всегда. Вау. Додошка. А это как его, пепперошка? Ну вот это тоже открывай. Открывай все. Куда? Все открой. Настя. Ой, что ты орешь на меня? Думаешь, это все влезет? Открой, все влезет. Ой, я не могу. Вот когда вот когтями по картону. У меня аж мандраж бежит. Мандраж. Мураши. Это Ариба. Пицца Ариба. Ух ты, что упала. Сюда вот так. Угу. Пицца Ариба. Надо, чтобы видно было, но они плохо видят. Я ж показала. Не видно ни хрена. Я ж показала, мам. Вот я этого и показываю. Это ассорти. Четыре сезона, можно так сказать. Такая вот. Ну что? Погнали. Погнали. Она еще горячая. Ну, тепленькая. Горячая даже, я бы сказала. Ваше здоровье, ребят. А потом я еще Ариву попробую. Настя, пепперони просто one love. Number one. Да? Ты не видишь, каким кайфом я ее ем. А нам сегодня полдня. Я жрать хочу. Жрать хочу. Мы заказали, короче. Пиццу. А что ты не достаешь свой ланчбокс? От кого? Ланчбокс. Что ты не поставил сюда? Понял. Мне вот... Четыре сезона, которая... Кстати, это большая, самая большая вот эта вот круглая. Это средняя, это маленькая. А Рива это у них хит какой-то, но я еще такую не пробовала. Сейчас попробуем. Поросенок. Может, вкусный. Вишневый. Вкусный, кстати, коктейль. Да? Очень. Бомбический просто. Классный. А вишневый морс? Такое. Пожрать и спать, короче. Да. Пузырьки набить на боковую. Угу. Ну, я еще читать буду. Я еще хочу попробовать чизкейк. Мне кажется, лучше сначала, мам, соленая, потом сладкая. Нет, я хочу посмотреть. Открыть хочу.
Отличаюсь мягким характером. Написано? Угу, вот тут. Такой масенький. После похудения. Его даже не видно. Чизкейк Нью-Йорк. Нью-Йорк. Ничем не пахнет, краской пахнет. Арива. А, дальше такая песня должна. Вот этот соус вкусный, кстати, оранжевый. Не видно? Плохо видно. У нас весь стол заставлен. Извините, стол я не подниму. Где мы поднимаем? Чтобы вы видели. А что за курочки? Курочки макаются в соус, кстати. Для этого не съелся. У меня соус для картошки. А курочки что ты выкидываешь? Ешь. Их часто кто-то выкидывает, мам. А это не надо выкидывать? Их можно выкидывать, некоторые это не едят. Что? Ты всегда ела? Не всегда. Всегда? Иногда я их не ем. Смотрите, как она жира сколько. Ну так она ожидная, потому что из-за этого, из-за колбасок. А вот там вообще нету. А тут все под сыром, смотрю. Ну, Рима такая себе, короче, ребят. Такая. Мне у них тесто нравится. Тесто вкусное у них. Не жесткое, не твердое, не широкое. Тоненькое. Да. Как у вас дела? Как настроение? У нас замечательно, да? Супер. Супер. Бомбезный. Общий заказ на сумму 3500. Офигеть. Это что? Домофон. А почему у нас домофон? Что могу сказать? Арива такая себе. Еще же ли возьму себе эту Ариву? Никогда. Вкусно? Ну такое. Да. Хорошо. Не всем же все должно нравиться, правильно? Да. Все, что ли? Так у меня еще вон. Курочки. Так, что я хочу? Тебе эти корочки? Я что-то хочу. Вот тут тоже какие-то колбаски. Под сыром. Вот здесь вот. Блин, теплый. А, это ветчина. Ланчбокс. Они, короче, не успели, очень торопились. И не успели, мне пришел промокод на скидку, то есть 5%, короче, на пиццу. Какая невкусная картошка. Невкусная? Я уже наелась. А вот курочка вкусная? Как нравится. Ну, картошка, знаешь, она мягкая, невкусная. А обычная картошка, она хрустящая. Это прям мягкая, слишком просто, как желе. Как мармелад. Очень хочу. Я очень наелась.
Чизкейк сейчас еще попробуем. А Цезарь? Цезарь потом съем. Где у меня? Это на чизкейк, да? Или что? На что это? На салат? Что на салат? Вилка. Вилка, да. Прикольная, кстати. Ну, возьми. Я уже открыла. Какая разница? А как ее открыть нормально? Еще. А, во. Во. Сейчас попробуем. Ой, упал. Сори. Сори. Так прикольно. Очень вкусный, очень сливочный, прям нежный. Что, больше наелась? Наконец-то. Я очень довольна. Довольна, что я наелась? Угу. Чизкейк просто супер нежнятина. Просто нежнейшая. Как у вас погода? Что у вас на обед, ребятки? У нас погода говно. Мне вот интересно, они тебе на комментарии отвечают на твой вопрос? Отвечают? Да. Мне кажется, мало людей. Я там должна была на какие-то вопросы ответить. Кстати, выставь паузу. Две штучки вот эти нажми. И проси мне мой телефон, сейчас ты будешь на вопросы ответить. Там вопросики были под последним видео. Что такие буквы стали мелкие. А сейчас я... Наоборот, хорошо. Прочитаю. Беспонтовый вообще. Ну что это? Чтобы сделал мне как было, понятно? Мне это не нравится. Читай меня. Я Ирен. Тебе огромнейший приветик. Ирен, привет. Чем Настёна любит заниматься в свободное время? Гулять. Погромче говори только. Я нормально говорю. Гулять. Смотреть аниме. Смотреть ТикТок. Сидеть в ВК. Читать. Короче, балду пинать. Да. Ну и иногда рисую. У меня там есть картина по номерам. Когда будет готово, покажу. Второе. Какое у нее хобби? Что такое? Чем, ну, хобби. Твое любимое занятие, что? Может быть. Волейбол. А, угу. А есть у нее заветная мечта? Чего? Заветная мечта есть? Заветная мечта? Да. Не знаю. О чем ты мечтаешь? Я мечтала о мотоцикле. Спортивном, черном, матовом. А ее мечта — это мой страх. А, да. Страх всей моей жизни. Только через мой труп. Да, трэш. Оля, малоежка Ольга, тебе приветик. Куда бы вы хотели поехать этим летом, а на отдых? Мы поедем в мой родной город, в который ездили в том году. Пермский край. Да. Была область из края. Индира Гордеева. Настя останется в 10 классе или пойдет куда-то учиться? Пойду учиться, я 10 не пойду. Если пойдет, то куда и на кого? На проводницу. На проводницу. Чу-чу-чу-чу. Поезда любит, капец. Но я могу еще, да. Может быть, я и не на проводницу, может быть, на мента. На мусоренку? Да. Оп, мусорок. Копчик. Дурында. Ну все, ребятки, на вопросики ответили, пожрали, короче. Задавайте еще вопросы. Не говори жрать, сама говорит, пожрали, короче. Да, ну вот, что там дальше? Будем рады ответить на ваши вопросики. Задавайте.
мусорок. Очень вам. Пожалуйста, поставьте лайк, челчик, напишите комментик. Будем вам очень благодарны. Всем да. Спасибо, всем пока-пока. Пока.